выставка Ташкент Home Show организовывается впервые. Наша цель вообще была максимально показать потенциал и продукцию отечественных производителей. Ассоциация для этого создана, чтобы поддержать отечественных производителей, продвигать их к экспорту и, конечно же, максимально, чтобы отечественный продукт заменял импорт. Очень интересное, много всего нового интересного для себя узнали, новые технологии осваиваем, стараемся внедрять их. Мы как дизайн-студия для себя открыли много интересных новых брендов, в том числе какие-то заграничные компании, с которыми можно сотрудничать и развивать сферу дизайна, мебели, производства и всего остального на стороне. Эта выставка полезна тем, что это возможность для приобретения, для сотрудничества с новыми людьми, с новыми клиентами. Это наша первая совместная выставка. Спасибо нашим участникам за такие красивые стенды. Мы планируем организовывать такие выставки на ежегодной основе. В этом году эта выставка прошла очень плодотворная, подписано очень много контрактов. Рады принять участие в выставке Home Show. Здесь много всего интересного, очень удобно, что в одном месте сосредоточена информация обо всем. Спасибо большое организаторам. Я думаю, что нужно ежегодно проводить подобные выставки. Честно говоря, я думал, что выставка будет на хорошем уровне, но выставка на величайшем уровне. Здесь множество посетителей соседних стран, таких как Казахстан, Таджикистан, Россия. Мы с ними встретились, обсудили, где какие-либо там точки соприкосновения, где могли бы сотрудничать. Хотелось бы вот организаторам выставки сказать огромное-огромное спасибо. Чудесная выставка. Я, по-моему, думаю, что они первый раз делают, и у них это отлично получилось. Народу мы просто не ожидали вот этого наплыва. Я думаю, что и результат будет у всех, кто участвовал на этой выставке, добьются того результата, к которому они стремились. Мы очень рады вот этому проведению этой выставки. Home Show, хоть и проводится первый раз, получился такой грандиозным. По моим оценкам, я бы сказал, 10 из 10. Нам очень все нравится, только положительные эмоции, только положительные отзывы. Не ожидали, что будет столько гостей, столько посетителей. Огромная благодарность компании «Дафния», которая является организатором этой выставки. Большое спасибо хочу сказать организаторам выставки. Все на высшем уровне, много посетителей, много призов разыграно. Хотелось бы, чтобы это было не разово, а ежегодно. И в следующем году уже мы думаем, дай бог, что эта выставка будет уже иметь статус международного уровня. Осенью мы планируем организовать Самарканд Home Show. Успех приходит, когда компания становится ближе к народу.